Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. 22 января, и это день важных изменений. В сегодняшнем видео вы все узнаете. Суббота, 22 января, 20-й лунный день, является временем духовного роста и важных внутренних изменений. И это благоприятная пора для решительных поступков и развития уверенности в себе. Сегодня вы можете успешно реализовать дела, которые откладывали на потом. Отличное время для духовных практик. Энергетика дня способствует самопознанию. Желательно выделить в насыщенных 20-х лунных сутках время, чтобы побыть наедине с собой и собраться с мыслями. Это поможет выбрать правильную стратегию для дальнейшего развития. День идеален для активного образа жизни. Лениться сегодня не рекомендуется. Энергия Луны идет на убыль, но сил все еще достаточно, их необходимо потратить с пользой. Сегодня вам удастся любое начинание. Задачи, еще недавно казавшиеся неразрешимыми, легко выполняются, а проекты, над которыми вы работаете, процветают. В этот период возможно повышение по карьерной лестнице, получение премии за свою работу, удачной будет смена рода, деятельности или места работы. 20-й лунные сутки можно начинать новые дела. Они будут успешными и процветающими. Кроме того, все меры, которые вы предпримете для улучшения своей репутации среди коллег и потенциальных партнеров, принесут желаемый эффект. Можно совершать любые финансовые операции, они окажутся прибыльными. Деловые переговоры принесут ожидаемый результат, так как период удачен для любого общения, люди понимают вас с полуслова. Домашние дела также будут успешными. Вы можете заняться чем-нибудь масштабным, к примеру, ремонтом, заменой мебели или перестановкой имеющейся. Даже если вы не планируете ничего делать, выделите в своем графике время для того, чтобы сделать жилище немного уютнее. Можно затевать генеральную уборку и стирку и другие энергоемкие занятия. Сегодня вы переполнены энергией, и подобный ее расход пойдет только на пользу. В этот день смело можно отправляться по магазинам. Покупки будут удачными и прослужат очень долго. Также полезными будут любые манипуляции с деньгами, особенно касающихся вкладов. Можно вкладываться в инвестиции, они принесут ощутимый доход. Период хорош для праздников, встреч с друзьями и новых знакомств. Найдите время для посиделок в знакомой компании. Подружитесь с новыми людьми. Среди тех, с кем вы сегодня познакомитесь, непременно будут интересные личности и преданные друзья. День подходит для воплощения в жизнь всех желаний и реализации намеченных планов. Однако, чтобы добиться требуемого, вам нужно будет проявить недюжинное упорство, тогда никакие конкуренты и прочие злопыхатели не смогут вам навредить. Вдумчиво занимайтесь делами, анализируйте ситуацию, и ваши мечты исполнятся. Особенно успешными окажутся занятия, связанные с творчеством. Писатели, журналисты, художники будут ощущать прилив сил и вдохновения. Не останутся обделенными и другие представители, которые сегодня смогут сотворить настоящие чудеса в своей жизни. Если ваша деятельность далека от творческой, усильте благоприятный период походом на улицу, либо просто пообщайтесь с родственниками. Луна сегодня находится в Деве. Этот знак способствует работоспособности и ответственному подходу к поставленным задачам. Все ваши действия должны быть продуманными и четкими, тогда они принесут успех. Фортуна благоволит работникам торговли. Кроме того, везение не остается в стороне и других людей, и новая информация, которую вы будете получать, она будет легко усваиваться. Смело беритесь за любое дело. В это время энергия Луны сильна, ее достаточно для любых мероприятий. Уделяйте время для духовного развития, но не забывайте и о материальной части бытия. Отличный период для поиска новых партнеров, запуска рекламных актов. Не сдерживайте амбиции, сегодня они вам только на пользу. И этот день создан для романтики. Любая встреча с вашей второй половинкой будет интересной и быстро перерастет в свидание. Совместное времяпровождение окажется интересным и запоминающимся. Ссор можно не бояться. Мягкая энергетика дня несовместима с конфликтами, и вывести человека из себя достаточно сложно. Если вы планируете какую-либо поездку, назначьте ее на сегодня. День идеален для любых перемещений. Они оставят только позитивные эмоции. В командировке или во время путешествия вы можете встретить близкого человека, которого давно не видели. Но по народным приметам в этот день отмечают Филиппов день.
Родившиеся в этот день люди гордые, трудолюбивые и творческие. Еще детьми они выражают желание действовать самостоятельно и не терпят сторонних указов и помощи. В взрослом возрасте эти качества помогают им добиваться всего, чего они сами пожелают, и иметь хороший заработок. А их минерал-талисман – алмаз. Наши предки верили, будто на Филиппов день просыпается нечистая сила, которая может причинить немало вреда тем, кто громко смеется, ругается или кричит. Поэтому люди старались говорить тише и не выяснять отношения в этот период. А в качестве оберега от дурного влияния ставили домашнюю обувь мы сами к входной двери. 22 января на Руси считалось временем домашних хлопот. Женщины начинали большую уборку дома, убирали и мыли углы, разбирали вещи и вообще приводили дом в порядок. Праздничные дни остались позади. Забот у наших предков, как всегда, было не в проворот. В этот период обязательно нужно было принять душ. Считалось, что таким образом вы избавляетесь от болезней, бед и различных неприятностей в своей жизни. В этот день особенно сильными будут любые обряды, для выполнения которых нужна вода. Она может быть и родниковой, талой, святой и даже просто набранной из-под крана. Водные стихии сегодня обладают особенной мощью. Кроме того, этот период подходит для любых защитных манипуляций. Защита своего дома. Эта практика превращает воду в мощнейший оберег, который будет невидимым щитом оберегать ваше жилище не только от воздействия недоброжелателей, но и от различных бытовых неприятностей. Вам понадобится стакан простой воды, над которой нужно предварительно своими словами озвучить пожелание себе и своему дому, своей семье. Кроме того, приготовьте столовую ложку крупной соли. Соль растворите в воде, после чего правой рукой сделайте над стаканом 3 круговых движения по часовой стрелке. В этот момент передавайте содержимому емкости свою силу, любовь к этому миру. После этого над стаканом скажите такие слова. «Вода – небесная слеза, как роса чистая, как луна светлая. Ты – сила и жизнь, ты – мощь и погибель. Будь для меня защитой, защити от хвори, бед, лихого человека, глаза дурного, злобы людской, лести и несправедливости. Будь мне добром, обереги мой дом. Зла не впусти, а счастье подари. Да будет так». Говорим 3 раза. После пройдитесь по дому и просто сбрызгайте этой водой все окна, дверные косяки и углы. Если что-то остается, выливаем за порог, также это можно сделать, вылить в раковину либо в туалет. Ритуал действует в зависимости от ваших сил, но он действует достаточно быстро и действует очень долго. Чтобы избавиться от долгов. Для этого ритуала вам понадобится небольшая кастрюля, либо другая вместительная емкость, а также карандаш и бумага. Напишите на листочке общую сумму, которую должны всем кредиторам. Положите ее на дно посуды, после чего поставьте в раковину. Приоткройте кран, чтобы вода стекала тонкой струйкой. А еще лучше, чтобы скапало крупными каплями. Глядя на этот процесс, 12 раз повторите такие слова. «Капля камень точит, мой долг размочит. Он вокруг меня обвился, тяжестью навалился. Не дает дышать, радость испытать. Забери его, вода, от меня навсегда. Унеси вдаль далекую, спрячь на дно глубокое. В себе раствори, меня освободи». Повторяем 12 раз. Дождитесь момента, когда вода полностью наполнит вашу кастрюлю, и сразу закройте кран, чтобы ни капли содержимого не вылилось. А после, когда вы закрыли кран, вы должны сказать такие слова. «Тут все мои долги, причина моей тоски. Их выливаю, себя освобождаю». Говорим 1 раз. После вы аккуратно поднимаете свою кастрюлю так, чтобы не расплескать. И спокойно выливаем содержимое в унитаз вместе с бумажкой. Смойте и можете забыть о задолженностях. В ближайшие пару недель произойдет событие, которое решит ваши проблемы. Также в этот день можно избавляться от бедности. Приготовьте немного талой воды и с вечера налейте ее в стеклянную закрывающуюся бутыль. Оставьте на ночь на подоконнике до утра. Утром, когда вы проснетесь, возьмите бутылку в руки и скажите такие слова. «Сила могучая, природная, непобедимая. Омой меня, защити меня. Бедность забери, несчастье отвороти. Всю нужду в землю унеси, под камнем спрячь, оковами опутай, хорошенько запутай. Пусть уйдут от меня беды и напасти, уступая место моему счастью.
Говорим один раз. Когда вы закончили, умойтесь из бутылки, не вытирайтесь, дайте воде высохнуть. Остатки спрячьте и повторяйте процедуру не меньше 2 недель. Результат вы увидите сразу после новолуния. И как обычно, по традиции, перед сном каждый из вас, перед тем, как ложиться спать, проговариваем такие слова. «Все, что я делаю сейчас, в скором времени принесет мне прекрасное будущее». Повторяем один раз и посмотрите, что все ваши шаги приведут вас к прекрасному будущему.